Сегодня в серии The Quarry. Подозрительный, настойчивый и странный полицейский. А также мы познакомимся с нашей новой рассказчицей, которая обещала нам помогать. Всем привет, друзья! Вы снова на канале Борода Плей, с вами снова я, Серега. Друзья, наливайте чайку, кофейку, берите вкусняшки, печеньки. Как вы видите все на экране, мы начинаем играть новую игру The Quarry. Да, игра новая. Игра, наверное, будет интересная, надеюсь. Я в нее не играл, не видел, не слышал, не знаю, в чем суть, вообще ничего пока не понимаю. А давайте начинать. Новая игра. Я немножко ее поднастроил, единственное, что запустил, поднастроил звук, поднастроил свет, сделал посветлее, потому что ни хрена не видно, все темное было ужасно. Давайте начинать, значит, играть. Так. А, угу. Угу. Ага. Прикольная песенка. Так, вот это вот, как всегда, какая-то нечистая сила летит, смотри. Как в этом фильме было про зомбаков, как этот, где чувак себе руку-то отпилил. Там такая же херня по лесу летала, вселялась потом в него. Это стопудово какая-то дрянь, смотри. Смотри, и сейчас в тачку залетит. Ап! Нет, и мимо. Я думал, он еще прям в окно залетит. Не, нифига. Так, Лин Шай. Про игру ничего не слышал. Слышал, что единственное, что там что-то в лагере будет происходить в каком-то, и все. А что будет происходить, я вообще не знаю. Еще слышал, что должно быть вообще-то в каком-то, как бы, вроде в 90-е. Ну, то есть, в прошлое уже время должно, как бы, вся игра вот эта проходить. Но не знаю, сейчас посмотрим. Пока непонятно. Где-то я что-то такое вот слыхивал. А может быть, не слыхивал, может, не про эту игру. Черт его знает. Сейчас посмотрим. Так, эта дрянь летит дальше за нами, ага. Вот сейчас залезет. На, нет, хуй, мимо, ладно. Так, а 24 июня, Лора, 24-23-50, трасса 119. Почему не читаю, почему я сам читаю? Нет, смотри, смартфон, и значит, это все-таки наше время получается. Ну ладно. Зачем вырубила? Сам знаешь. Что-то не уверен. Начинается на П. Слово на П. Да их куча слов на П, вот именно. Нет, Макс, потерялись. Нет, мы слегка сбились с пути. Бля, это как пальцы в небо, ёпту, ты чё? Права. Это спорно. Опа! Берегите! А-а-а-а-а! Я понял. Да, детка, ловко. Ниндзя! Ниндзя, да, я ниндзя. Спасибо. Чем дальше, тем хуже тут дороги. Куча Wi-Fi нет. Подготовка к жизни в летнем лагере. Точно, вот куда мы едем. Я уже 200 миль, как пытаюсь вспомнить. 200 миль, говоришь? Да. Вот, они въедут в летний лагерь, все-таки все правильно. Знаешь, это не страшно. Я не буду о тебе хуже думать. Если б Колумб не заблудился и не приплыл к этим берегам, Соединенных Штатов не было бы. Пока хот-доги, пока яблочный пирог. Колумб не высаживался в Северной Америке. Он сравнивает себя с Колумбом? Что, типа, тоже он заблудился? Он был уверен, да? Что он в Азии. Реально? Еще один парень, который не захотел признать поражение. Еще один парень, в честь которого целый праздник назвали. Подумай об этом на досуге. О, боже, просто довези нас до лагеря, окей? А то я устала глаза закатывать. Я в процессе. Так, что там? Взять буклет, взять карту. Мы потерялись, берем карту. А, время там идет, ага, время, что, кстати, это? Полоска была, хорошо. Да. Серьезно? Что не так с нормальной картой? Это нормальная карта. А в смартфоне? Так там ниже нету связи, сети нету. Да, там же значок на полэкрана. Ты дурачок, что ли, вообще? Так, сейчас... У нас дурачок за рулем. На карте нет летних лагерей. А указателя не было?
Куда ты смотришь? Эй, на дорогу смотри. Опа! Там человек, да, сидел какой-то? Ёх, как громко! А, чё, куда? В бок есть, отлично. Объехал, объехали, молодец. А, друзья, одну секундочку. Так, подожди. Настройки, подожди, звук. А, громкость диалогов. Я вот так вот, режим стримера. Нет, это не надо. Так, громкость эффектов я сделал чуть-чуть потише. Громкость музыки оставим 30. А, голоса на 60. Все, отлично, вот так вот давай. Так. Все, мы оказались в лесу, нас сожрут волки. Или поселятся демоны вот эти летающие, которые летали. Либо еще что-нибудь. Да, да. Ну, более-менее. Боже, что это было вообще? Медведь? Что? Что, дурак, что ли? Нет, Макс, это был не медведь. Там человек, по-моему, сидел. Ну, или кто-то что-то такое. Вроде человек. Медведь, блин, маленький какой-то для медведя. Вроде и дохлый. Серьезно? Вы человека сбили? Мы никого не сбивали, почему? Мы же вроде обрулили его. Он был прямо перед нами, прям совсем близко, но, может, не сбили. Не знаю. Ну, что там? Что там? Тачка в хламину. А чё в хламину-то? Там всего лишь заборчик-то один. Где? Фары светят, фары, значит, целы, не разбиты. Так уж и плохо. Ну, надо проверить перед тем, как пытаться её завести. Можешь дать инструменты из багажника. А чё проверять? Сейчас. Чё проверять, если, блядь, даже фары не разбиты? Чё там? Что случилось? Вот покажите, что там случилось? Что случилось с машиной? Чё проверять? Что там будешь проверять? Если там двигатель, он там есть. Ага. Двигаемся, отлично. Вот, это уже, это штуки, чтобы взаимодействовать, да, нам показаны, окей, хорошо, это подсказки. Мама меня убьет. Так там вообще нормально все. Там же все хорошо вообще, чё, в чём проблема-то? Ты чё, машину у мамы спиздил, что ли? Вон, смотри, она же в порядке, тачка-то, смотри, бампер целый, фары целые, все целое. В чем проблема-то, я вообще не понимаю. Так, ладно, нам нужно инструмент достать, наверное, в багажнике. Блин. Да, вот, подсвечивается что-то, давай. Ага. А, покопаться. Давай покопаемся. А, так, thank you for landing university. А, это отклонили от универа его. Landis University. И, короче, печать, что отклонили. Ага. Rejected, да, ага. Понятно. Это, короче, парень не попал, короче, в университет. Он все, он теперь будет вообще это, глупый. Не будет у него образования. Спасибо. Никакого. Да. Вот и будешь всю жизнь вот, вот эти гайки крутить. Да, если можешь, подсвети вот здесь. Сейчас. О, спасибо. Не за что. Поскорее бы убраться отсюда. Просто представь себе, как ты свернулась калачиком у костра, напевая песню. Думаю, у костра обычно никто калачиком не сворачивается. Почему? Ну, чтобы не загореться. Тогда представь, как свернулась калачиком у обогревателя. Кот наблюдает. Где угодно, лишь бы не здесь. Кто-то наблюдает. Так, можно еще походить, да? Хорошо. А что, нам больше некуда идти? Сюда к нам она не идет. Назад пошли. Сюда она тоже не идет. Туда не идет. Никуда не идет, не хочешь. Ну давай еще раз, я не знаю. Это мы уже видели, что ты опять это достаешь. А, нет, уже по-другому как-то все, подожди. О, показать текст. Ага. Письмо с отказом. Уважаемый господин Бринли, благодарим за проявленный интерес к университету Лэндис. В этом году мы получили множество интересных выдающихся заявок, но смогли принять лишь некоторые из них. Мы очень внимательно рассмотрели ваши заявления, хотя мы отметили ряд сильных сторон. На наших программах магистратуры сейчас высокий конкурс, и ваше заявление не вошло в число тех, которые мы смогли принять. Так, следующая страница.
Рекомендуем вам подать документы в другие магистратуры и желаем вам успехов в учебе и за ее пределами. С уважением, Хелена Мэнсон, доктор наук, консультант по вопросам поступления. Понятно, хорошо. Так, отлично, и чё? Что, эта информация мне вообще ничего не дала. Ну и ладно, давай еще попробуем. О! Уже... Бабка ходит! Видел бабку? Бабку в лесу видел? Я видел. Ты что, не видела? Она реально не видела бабку? Ты куда? Недалеко. Зачем? Ты... Постой секунду, я почти все. А зачем? А что ты там раскомандовался? Скорее, уступка. Ну, дерзить никому, наверное, не надо, я думаю. Давайте уступку, я не знаю. Просто скорее давай, да, скорее. Боже, Макс, скорее! В чем дело? А вдруг там внизу кто-то есть? Серьезно? В смысле? А зачем? Может, помочь нужно? Мы вроде никого не сбили. Может и нет, но я кого-то слышала. Женщину. Думаешь, это мы? А куда он смотрит? Евгений, в плечо куда-то. Смотрю, с плечом я разговариваю. Я хочу проверить. Окей. Он дурачок? Только далеко не ходи, окей? Да, осторожней. Да. Окей. Она пошла посмотреть, кто там внизу? Вы, блядь, в своем уме? Нахуя в лес-то идти? Вы чё? А если там какие-то, блядь, не знаю, бешеные барсуки или белки, блядь, нападут? Вы чё? Удачи с машиной. Ага, давай, пока, удачи. Это тебе удача, для тебя сейчас сожрут медведи, и все, и пизда рулю. Он-то чё, он в машину залезет и спрятался, на крайняк уедет. А вот тебя сожрут нахер. Звуки какие-то. Так, вот какие цветы растут, я вижу. И чё? И куда? Опа! Стой, дурак. Найдена карта Таро, дурак. Так, давай посмотрим. Так, дурак, интересно, кто это? Дурак узнать несложно, правда? Невинность и свобода или безрассудство и любовь к риску? Спонтанность? Необдуманные действия и их неизбежные последствия? Думай, ведь дураки взрывоопасны. Взрывоопасны, реально. Дураки взрывоопасны, блядь. Дураки как динамит. Так, на дереве что-то было, есть, ага. Харум Скарум. И тут это, вот смотри, бабка, видишь, наверное, эта бабка здесь ходила. Так, афиша бродячего цирка, бля, белыми буквами, вот на белом пятне. Читать неудобно. Афиша бродячего цирка, похоже, когда-то давно ее забыли тут в лесу. А край как будто обгорели. Понятно. Какие-то камни понавалены. А, может взять можно? Погоди, давай еще раз. А, показать текст. Листовка цирка. Покупайте билеты. Харум-скарум. Захватывающее представление. Гадалки и уродцы. Тайные маги. Иллюзионисты и фокусники. Понятно. А еще раз могу? Вот еще раз могу. Показать текст. Понятно. Ничего больше не могу. Отрывать она и забирать с собой не хочет. Так, ну лады, тогда сюда, наверное. Просто баба вообще без мозгов одна в лес ночью поперлась. Оп, там лежит что-то. Во, да, смотри. Чемодан. Его как будто зарыть забыли, смотри. В яме как будто лежит. Опа, наручники, смотри. Найдена улика, сундук иллюзиониста. Давайте посмотрим. Сундук, набитый странными приспособлениями, может, это реквизит иллюзиониста. Должно быть, он остался после бродячего цирка, который останавливался в этих краях. Что здесь очень много всего от бродячего цирка в этих краях осталось. Как можно, блядь, чемодан забыть такой? Вы чё? А, во, погоди. Ну, брать она ничего не хочет, смотри, хотя наручники могли бы взять. Не знаю, зачем, но... Вообще нахер, да, не надо чужие вещи трогать, правильно все, не надо, не трогай, пошли отсюда. Так, окей, ладно.
Так, здесь у нас что? Оу! Что это? Не знаю. Какой-то мостик, что ли? Найдена улика — сломанная клетка. Сайлос, мальчик-пес? Слушай, подожди. Улики. Так, вот, сломанная клетка. Это, эту старую клетку со времен... Тьфу, блядь. Со временем поглотили заросли. Похоже, здесь жил какое-то животное. Ага. Ага, хорошо. О, ну и дичь. Дичь — это птица. Стрёмное дерьмо. Ага. А если еще раз? Показать текст. Бродячий цирк с мальчик-пес. Понятно. Мальчик-пес. Так, все, больше здесь нечего, да, делать. В клетку нам не зайти, не попасть, не пройти, ничего, да. Все хорошо. Ладно, я понял. Мальчик-пес. Здесь жил мальчик-пес. Хорошо. Ага. Ёб твою мать! Окей. Все в порядке, все нормально, все хорошо. Напугало меня, что это. Вот это что-то меня напугало. Вот это что ходит, меня напугало немножко. Почему, не знаю, напугало. Так, неприятно она как-то прошла. Так. Окей, идем дальше. Что она? Что она там шепчет, я понять не могу. Хуя мы гуляем вообще, мы уже ушли куда-то, вообще хер знает куда. Здесь больше некуда, здесь только прямо пока что. Так. Так, сейчас что будет? Сейчас что-то стопудово будет. О, стояла, видел? За деревом там. Ага, вот там, да. Пожалуйста. Что пожалуйста? Говори, пожалуйста. Прошу, открой. Прошу, открой. Где вы? Что? Саня, что она сказала? Вообще я не расслышал. Что она сказала? Я не понял, что. Ветка! А, куда? Вниз. Опа! Увернулись, супер. А, вверх, окей. Перепрыгнули, супер. Скажи, что случилось, ну же. Там что-то было, как будто... Куда он смотрит постоянно? Зай, он же не на нее смотрит. Животные очень легко испугаться. Нет. Он смотрит не на нее совсем. Просто уехать. Да, едем. Он какой-то туповатый реально немножко. Да, едем. Как? Да, завелась. Урчит, как котенок. Макс, скорее! Уже едем, поехали. Да ладно, вот на ровном месте. Макс! Я же... Дай мне минуту, сейчас. Надо ехать, Макс! Лора, расслабься, ладно? Прекрати, я просто хочу свалить отсюда! Хватит уже! Черт, Зая, прости, извини. Во-первых, почему она на месте просто на ровном, блядь, стоит, не может уехать машина? Это джип, блядь, он полноприводный должен быть. Он что это? Он должен, блядь, по пояс быть в грязи и выезжать. Ничего. А это что? Ничего. В машине безопасно, все хорошо. Кто-то? Ебать, мать твою! Твою ж мать, я думал, у меня сердце лопнет. Опустите. Офицер,
Доброго вам вечера. Здрасте. Кто-то из вас ранен? Мы в норме. Немного испугались. Ага. Не расскажете, что случилось? Ну, ничего, а что рассказывать? Съехали с дороги. Не справились с управлением. Ну... Что рассказывать? Так, уклончивость. Мы съехали с дороги. Что-то выскочило на дорогу. Честно, что-то выскочило на дорогу. Ну, что-то выскочило перед машиной, и чтобы не врезаться, мы свернули, и... Сами видите. Что-то выскочило? Ну, оно не выскочило, оно вообще-то сидело там. Обман, животное, было темно, честно. Было темно, я не знаю, извините, я не разглядел. Было очень темно, да. И все так быстро произошло, и она сбежала. Она? Она? О, тот же вопрос, да, вы почему она? Вы кого-то сбили? Нет, почему она? Боже, нет, конечно. Ну, то есть я так не думаю. Я не знаю. Не знаю. Сэр? Путь выбран. Зашибись. Не глушите мотор. Так, а полицейский выглядит тревожным. Хорошо, ладно. Согласись, это прям самый жуткий в мире коп. Не знаю, я других не видела. Никогда? А, да, я не преступник. Забавная она. А, вот, сейчас вытащит, да? Да, блядь, на ровном месте джип сел. Вы чё, это ж смешно. И он джип вытащил вот эту легковушку вверх туда вот куда-то. Или куда? А, нет, там ровно. Там вообще ровная дорога, там даже этого нет, ни кювета, ничего. Вы чего? Бред. Так. Ну что, может, расскажете? А нечего. Какого черта вы делаете в такой глухомани посреди ночи? Какая разница, мы просто катаемся. А, любуемся видами, мы направляемся в лагерь. Мы направлялись в лагерь, да. В летний лагерь Хэкетс-Квори. Да. Мы новые вожатые. Чё не шеи, смотри, у неё что-то шеи красная. Срока. Нет, то есть, да. Ну, мы хотели приехать раньше и все осмотреть. Ну вот. Но мы их предупредили. Если честно, один из нас переоценил свои навыки навигации и заблудился. Да. Есть такой. Есть такое дело. Чё такое? Чё докопался? Что тебе на шее? Вы не доберетесь до Хэкет вскоре. Почему? Не сегодня. Почему? Типа далеко ехать, что ли, или что? Почему? Отель Харбинджер. Он недалеко отсюда. Переночуете там. А, спасибо, но... Я не хочу. Мы поедем дальше. Опять же, мистер Хэкет нас ждет, мы ему звонили. Да, нас ждут. Мэм, вы поедете в мотель Харбинджер. Вам все понятно? Почему? Так, подожди, настойчивость, уступка, мы поедем в отель. Почему? Нет, настойчивость, я не хочу. При всем уважении, а почему нам нельзя в Хэкетс-Квори? Да. Потому что я вам сказал ехать в мотель. Какая нахер разница, ты кто такой? Так, простите, я не понимаю, в чем дело. Мэм, выйдите из машины. Эй, что? Сэр, нет. Она ничего не сделала. В смысле, вообще, да, это что за мэм, херня? Если вы выйдете из машины, я покажу вам на карте... Как туда проехать? Покажи так, в чем проблема? Тебе ничего, так вот карту ему дай, пускай тебе покажут. На хера выходи. Полицейский начинает раздражаться. Так. Сидите там. Что такое? Он странный какой-то. Ладно. На хера выходить вообще? Что за бред? На мокрый капот грязный карту положил. Так. Так, ну. Значит, мы... Так. Он какой-то извращенец, маньяк-убийца, я тебе говорю. Это не его форма. Вот здесь. Это не его форма. А у него глаз один, смотри, же... закрылся, смотри. Глаз здесь. Закрылся. Так, один открыт, другой закрыт. Сказали Хэкетс-Квори? Он не знает. Ну? Он не знает, смотри, где лагерь. Думаю, это. Он господа, не местный. Из мотеля Харбинджер вам все расскажут. Он не местный. Завтра утром. Он не местный, видишь, поэтому он не знает, где даже этот такая улыбица стоит на него. Херня какая-то. Иди ты нахер, почему я должен куда-то ехать в какой-то мотель? Едем куда ехали, и все, я могу ехать куда угодно, блин. И когда угодно, и с кем угодно. Что за бред, блин? Мотель Харбинджер. Хуй тебе за воротник. Держитесь дороги. Так, а если там кто-нибудь есть? Я посмотрю.
Удачи. Ага, и тебе не хворать, придурок. Никуда я не поеду, ни в какой мотель. Идите в жопу. Я не хочу никуда. Зачем мне ехать в какой-то мотель? Непонятный. Платить деньги какую-то за какую-то комнату там, да, ну в мотеле, да, чтобы остаться. Если меня ждут. Если, ну как она сказала, мы договорились, нас ждут. Ох, что за херь вообще? И чего он там теперь сидит? Ну, он, наверное, ждет, куда мы, чтобы мы поехали в мотель, но я не хочу. Спасибо за помощь. Странный тип, облегчение. Странный тип. Скажу честно, этот мужик был капец какой стрёмный. Ему бы помыться раз 10 подряд. Вот это точно. А что это у него было на шее? Да, вот, на шее. Кровь или что-то, да. Рад? Встреча? Ага. Все, поехали. Да уж. Поехали. Ладно, ну что, пора ехать дальше. Да. Думаю, на эту ночь с нас хватит лесных приключений. Точно, так где там мотель? Значит, мы здесь, а мотель здесь. Окей. Зачем нам мотель? Сюда? Что там? Хекетскори. Лагерь, блядь, что там? Откуда знаешь? Да вот, выведала незаметно. Офигеть. Уверена, что не стоит поехать в мотель, как он посоветовал. Нахер. Ты правда хочешь последовать совету стрёмного копа, который встретил нас в стрёмном лесу и сказал... Да, нафиг. С чего вдруг мы должны туда ехать? Зачем? Ну что, едем? Другое дело. Да, поехали. Боже мой, если бы он еще раз назвал меня мэм, я бы ему этот значок в жопу запихала. Ну, я разве похожа на мэм? Мне до мэм еще лет 20. Угу. Что? 20. А это щедро. Так. Ты станешь только горячее. Все, хорош. Странная сценка, конечно, была. Непонятно, что за коп. Что ему надо было, ничего не понял. Вот, Хакетскуари, да? Хакетскуари. 25-летний лагерь Хекетскуари. Да вы издеваетесь, тут никого июня. Нет. Нахера мы сюда перлись? Макс, а может осмотримся, прежде чем психовать? Так ты говорила с Хеккетом или оставила сообщение? А не пофиг ли? Нет, как видишь, не пофиг. Никого нету, что ли, вообще? Эй! Голосовые он не слушает. Ну я же не телепат. Нет, тут точно кто-то есть. Тачка или стоит. Это брошенная машина, и мы впустую да тратим кто тут время. Будет бросать... Я в машину. Ну, блин, что значит брошенная машина, Макс, блин? Скорей. Кто-то просто приехал, да? Козлом. Машину поставил и ушел пешком. Ну, ты тоже, да, думай головой-то. Что, машина нормальная вроде. Так, окей, на. Давай еще раз. Угу. Попробуем. А вдруг? Есть кто дома? Никого. Дома никого. Это он что, уезжает, что ли, там или что? Куда? Меня погоди, слышь ты. Так, ну здесь у нас некуда вроде, ничего не подсвечивается. Идем обратно. Окна не подсвечиваются. Я так понимаю, здесь все, что можно юзнуть, оно будет подсвечиваться. Окно, он горит как-то странно, маленькое. Так, здесь что? Опа. Ну-ка. Что там лежит? Подожди, ключ? Что-то лежит под книжкой, видишь? Ну ничего, больше ничего не видно. Ну ладно, все. Наверное, все. Так, ладно. Спускаемся вниз, давай. Здесь больше делать нехера. Вот, внизу что-то подсвечивается, сейчас посмотрим. А, еще смотри, внизу слева дверь какая-то. Это типа это наверное, подвал, наверное. Так, давай посмотрим. Т.
три хауса, типа домик на дереве, деревянный дом. Домик на дереве. Так, что он с ней убивает? Will make you stronger. Делает тебя сильнее, понятно? Класс. Класс. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Ага. Я уже это прочитал. Пойдем дальше. Тут нам не пройти, ничего там нету. Так, ладушки. Тачка. Про которую не говорю, что типа брошенная. Нифига она не брошенная, нормальная тачка. Так. Вот, моргает. Ага, хорошо. Чё там сидишь? Ну, готово? Нет. Так, подожди. Ну, если нас ждут, мы приехали, значит, по сути-то, может, они просто куда-то ушли гулять, еще что-то. Либо они в город поехали, может. Так, пошли в ту дверь посмотрим. Так, прицеп какой-то стоит, ничего не светится у нас тут. Так. Что-то происходит. Замок висит. Лаги. О! Кто там? Эй! Ой, вы там живы? Это не человек, это монстр какой-то. Он без одежды, во-первых, сейчас спина голая была. Макс! Макс, иди сюда! Что такое? Там кто-то вроде не может выбраться из бункера. Да, нет! Это мистер Хэкет? Я не знаю. Принеси инструменты, сломаем замок. Если бы он не мог выбраться, он бы кричал, откройте, откройте. Мы вас вытащим. А он спокойно ушел, и это был не человек, а слепая реально, нет? Стоп, что это? Ты сказала инструменты. Так ну, чего ты не принес? Так это нормальный есть? Инструмент, молоток, чё? Я никого не вижу. Сейчас смотри. В глаз ему палкой. Дай-ка. Гвоздем каким-нибудь. Кто там сидел? Просто пальцем так. Так, ну подвал, да. Но там точно кто-то... Нахер они куда-то прутся, какие-то ладно, подвалы ладно какие-то. Так. Я в ахере, смотри. Взять молоток, взять ключ. Молоток. Молоток. Точно? Будет очень громко. Я не знаю, ладно, тогда ключ будет громко. А что нам громко, не громко? Ну давай попробуем возьмем, ладно, тогда ключ. Ладно. Тогда ключ. А как мы ключом будем вскрывать? Мне интересно даже. А, два ключа. Ну это херня. Ну это херня. Помочь? Да. Куда они лезут, мать их? Нахуя они туда лезут? Вы, блядь, серьезно? Блядь, они, у них вообще просто, блядь. Я бы нахер бы туда не пошел. Просто нахер. Помнишь зловещих мертвецов? Вот, да, именно. Подвал это вообще последнее место, куда нужно спускаться. Вы че? Ужасов они смотрели, что ли? Понять могу, не читали или че? Вы целы? Вы есть? А что на ключ скинул? Смотри, а на ключ я это кинул на пол зачем-то. Ключ валяется. Эй, осторожно. Колесо крутится. А ключ возьми. Нет, стой. Так, стоямба, тихо. Чего? Я смотрю по сторонам. Ух ты, дурак, смотрю, куда-то смотрит, вообще хер поймешь куда, смотри. Ключ не взять, короче, ничего не подсвечивается. Ладно. И чё? Это какие-то ошейник какой-то, что ли? Ион написано. Так, никого, ничего, подожди. Ладно, пошли к ошейнику.
крови. Ее. Найдена улика, подожди, окровавленный ошейник. Этот окровавленный ошейник слишком велик для собаки, да и кто мог назвать собаку Яном? Это мальчик из клетки в лесу. Логично же? Логично. Мальчик-волк или как там? Мальчик-собака. Мальчик-собака из клетки. Ёб твою мать. Господи. Ну да, такая себе шляпа. Сейчас сзади кто-нибудь смотрит. Нет. Не, вот кто-то наблюдает, смотри, кто-то наблюдает. Что за звуки? Да, я, может, это был опоссум? Да нет, тут точно. Нихуя себе, блядь, там опоссум. Эй! Ночь была адской, да? Ты про что? Давай поедем в мотель, потом вернемся утром. Можем все тут осмотреть, но... Так можно в машине просто остаться спать. Ты и все. Ты хвалишься, я так точно. В машине поспите, закройтесь. Нам и все. Вещи. Ёб твою мать! Макс? Блядь! Ёб твою мать, я ж дернулся, блядь. Макс! Пизда Максу. Беги... А, нет, смотри. Он в кровище. Макс! Кровь. Помоги. Ой-ой-ой-ой-ой. Охренеть. Кровь. Кровь, да, кровь, много крови, да. А где у него что, шея порезана или что, я понять не могу. Оставить, помочь Максу, ясен хер, помочь. Вместе приехали, вместе надо выбираться, давай. Путь выбран, хорошо. Ну не бросать же его, это ж как бы не левый человек, верно? Верно. Нормально, вот он помогает ножками, нормально. Выберутся, выберутся, нормально. Давай, давай, давай. Может увидишь что-то. А, нет. Нет, нет. Ну! Это что было? Опа! Нихера! Это мент! Псих какой-то! Это по-вашему! Похоже на мотель Харбинджер! Охренеть! Чувака он застрелил, получается? Вот это начало. Что, все, что ли? Конец? Конец игры, ребят, все. Вот мы выбрали несколько решений, после чего у нас вот результат. Пацана убили, девчонка у нас обколотая какой-то херней. Слушай, ну забавно. Это типа вот что, все, наверное, да? Это вся игра, нихера себе, блядь. А говорили, играть что-то там очень долгое, блядь. Хуя там луна такая, блядь. Что это за луна такая? The Quarry. Quarry The. The Quarry, Quarry, The Quarry. Понятно. Это типа, как это, вступление, да, типа было? Что у нас где-то самое получается? Мы их встретим потом, эту парочку, или нет, мне интересно. Ну, очень странное что-то. Там какая-то дрянь сидела с ошейником, с кровавым, да? Это был точно человек. Прыгнула так, ёбнула этого пацана, приехал этот маньяк, нас уколол. О, где это мы? Черепа какие-то. Граммофон. А это вот этот нас утащил. О, ворон. Это этот черт нас утащил. Мент. Коп, точнее. А, нет. Здравствуй, друг. Здравствуй. Добро пожаловать. Привет. Мы ведь друзья, да? Правда? Не знаю, да, мы друзья или нет? Я ждала тебя. Да? Ждала. Да? Да. Да. А, да? И я надеюсь, что наши беседы многое объяснят. Я тоже надеюсь. Давай начнем с вопроса, кто ты такая? Я хочу помочь тебе. А, да? Ну ладно. Считай меня проводником в мир тайн. Это волнительно и... Да, весьма. Весьма, да. Если не струсишь, не. Если ты позволишь мне, я помогу тебе, а ты помоги мне. Ага, мы будем друг другу помогать, хорошо. The Fool, дурак. Карта Таро, дурак. Так.
А вот и твоя карта. Почему моя? Может быть, это твоя? Дурак. Сама ты дура. Интересно, кто это? Дурака узнать несложно, правда? Свобода и невинность? Это было на карте написано. Или безрассудство, и любовь к риску? Это было в описании карты. Спонтанность, бездумность и ее последствия. Так что думай, но не обожгись. Я могу показать больше, если хочешь. Я понял, короче. А как игра-то была, это, блин, человек с Медана, Сметана, который вот я вот играл, кстати, вот это все, короче, вот эта серия игр, забыл, как это, Little Stories, да, называется. А, то же самое, только здесь, короче, сидит тетка вместо мужика, ну, как бы, это понятно, что, как бы, игра-то, по-моему, от тех же разработчиков, это все ясно и понятно. А, но здесь вместо мужика вот эта вот бабка будет, короче говоря, в каком-то подвале, там-то он сидел в особняке, такой весь этот самый... вырезанные холеные, а это он какая-то бабка в подвале с вороной. Так, увидеть больше это типа подсказки я не хочу, я откажусь. Я не хочу спойлеров никаких. Жаль. Почему жаль? В общем, нормально. Да, выбор должен быть за тобой. Да, мы сами все решим, сами все сделаем. Смысл. Да, не надо нам подсказывать, не надо. Все, до свидания. Нет, еще не все. Ворон сидит. Здоровый. О, нет, тебя не все ждет еще. Тебя много секретов. Так. Секретов и лжи. Да ты что, да? Тайные пути, ага. Которые я могу открыть. Так. Что скажешь? Ну, мы открой. Мы помочь тебе. Так. И помни, что нас не убивает. Делает нас сильнее. Нас сильнее. Я это тоже прочитал, да, я знаю. Спасибо. Ну ничего так, слушай, ну а что дальше-то? Походу все. Походу реально это конец. Нет! Поганочки растут, я вот, видишь? Поганочки. Так, это уже, наверное, другая история будет какая-то, да? Глава 1. Хекет Скори Форева. Так, и чё? Так, там у нас было 25 июня. Сейчас посмотрим вот это вот, когда что происходит. Год там не пишется, время писалось и дата. Сейчас посмотрим. Если нам напишут и скажут, конечно же. Вот это, наверное, уже как-то мы в прошлое, нет? Прошлое, наверное, да? Как раз таки. Нет? Автобус. Нет. Или да. Пока. 22 августа. Встречи, народ! Джейкоб. Вот и блядь. Так, в августе, это получается через 2 месяца, да? Сколько? Июнь? Столько сердец июль, разбивается да, сегодня. Да. Прям чувство апокалипсис. А цинизм переживу, задумчивость, кто знает? А мы на что должны ответить? Переживу, задумчивость, кто знает? Переживу, я не понимаю, про что, но я переживу. Ну да, но это ведь дети как-нибудь переживут. Ага, как ты, Эмму. Что? Да это ведь совсем другое. Чего? Ты не поэтому надутый. Да не надутый я. Мы с ней провели последнюю ночь вместе, и все норм. О да, и ты типа готов навсегда расстаться со своей милой бубочкой. Черт, ты это слышала? Ага. Шутишь? Тут стены из крысиного говна и палок. Ну, все хорош. Смешно. Бубочка. Прикольно, бубочка. Салют, Эмма. Хай. Хай, махай. Так, это, да. О! Ты слышала когда-нибудь раньше про глазомер? Не, глазомер для ботанов. А почему здесь глазомер? Захвати последнюю пару сумок, плиз. А почему здесь глазомер? Да, что, много сумок, почему здесь глазомер? Привет, Эми, от меня. Вот ты сучка! Да, это факт. Кто такая Эми? Так, мы играем за чувака... О, что было, подожди. А что сейчас было, буква А? Оп. Ну. Бля, что-то мне удобно. Как буква появляется, а потом пропадает, я не успеваю нажать. Джейк, сумки вперед. Мне.
Откуда он приходит каждый раз, блядь? Джейкоб идет наверх, берет сумку. Кейтлин делает свои дела. А, понял, я иду наверх, беру сумки. Нужно принести сумки, так скажи. Я думал, наоборот, нужно взять сумки. Я думал, мы приехали. Так, кстати, машина вот эта вот стояла. Так, ага, сейчас, подожди, надпись посмотрим. Здесь у нас вроде ничего не подсвечивается. Бля, какой-то, смотри, вот он идет и размытие, видишь, как будто вот... У него как будто свитер двоится, вон, видишь, смотри, видишь? Немножко не люблю, когда такая херня. Так. А, что не убивает, делает нас сильнее, да, понятно. Угу. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Ага. Не лучший момент. Да, думаешь? А, хорошо, ладно, с тачкой ничего не сделать. О! Пошли вниз. Сразу. Если это через два месяца, то значит там должен быть труп пацана. Чувак сидит какой-то. Если верить местной газете North Kill Gazette, так. Привет. Ага. А что ты слушаешь? Молодцом. Такой палец. Молодцом. Палец показал нам. Да, да уж, действительно, спасибо, блин. Так, куда ты пошел? Иди обратно, двери открой. Бля, что картинка так размазывается? У него лицо двоится, все двоится. Зачем так сделано? А нельзя, слушай, ничего больше сделать. Давай еще раз попробуем. Нашли только ее тело вместе со старым шерифом и парой-тройкой посетителей. И ни следа мальчика. Алло. Охрененно. Тихо. Ну, как хочешь. Нашли ее вместе с старым шерифом и несколькими посетителями. И мальчика что-то не нашли, что-то сказали. Ну-ка, давай еще раз, что там еще скажут, погоди. Там про это убийство, по-моему, говорят. Нашли только ее тело вот. Вместе со старым шерифом и парой-тройкой посетителей. Вот, слышишь? И ни следа мальчика. Алло. И ни следа мальчика. Ну, как хочешь. Понятно, короче, да, говорят про это убийство. А мальчик-то лежит, блин, в этом, в подвале. Так, ладно, пошли, хорошо. Кстати, сколько у нас там время? 46, нормально еще, успеваем. Так, пошли наверх. Может быть, сейчас будет открыто, нет? Должно быть открыто, раз они здесь. Ага, вот, все, сам идет. Ох, зараза. Закрыто, что ли? Привет. Эй, вы мне сумками поможете или как? О, ну, такое дело, мы как раз ремонтируем... дверь, она... Ну, Дилан, она сломана. Пожалуйста. Я не могу. Блин, мне последняя осталась. Что с ней такое? Она сама Дилан, открывает. Ты... Чё за бред? Чё он делает? Открой ты дверь. Да, спасибо. Типа тебя не пускают, что ли, или чё? Я понять не могу. Они её заперли? Придурки какие-то. А что это за дебильные шутки, блин? Кто это вообще? Почему они закрыли дверь, не дают мне войти? Что это, блядь? Там вон еще домик, кстати, есть. А куда он смотрит? Че такие за помехи? Смотри. Что это за говно? Что за говно здесь происходит? Камера. Инверсия, чувствительность, экран. А, я понятно, это так, обучение специальные. Специальные возможности. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Понятно. Помощь в прицеливании, нихера, мы здесь будем стрелять. Какие-то глюки какие-то вон. Вот смотри, как рябь какая-то идиотская идет, не понимаю почему. Ладно, пошли. Так, здесь делать нечего. О, подсвечивается, ну-ка. Hackett Square, да. Summer Camp. 1953. Угу. Найдена улика, лагерная табличка. А летний лагерь Хекетскори был основан в 1953 году и спустя почти 70 лет по-прежнему открывает свои ворота для отдыхающих. Шикарно. Очень круто. Пойдем дальше. Кстати, мы там в окно смотрели, может там сейчас тоже можно в окно посмотреть. Сейчас там посмотрим. Сейчас все узнаем. Так, здесь также все завалено. Вот, можно. Смотрю, здесь уже можно посмотреть. Ага. То есть какие-то два придурка закрыли дверь, и мы должны лезть через окно. Что это за чушь? Что это за бред? Дар. Фу, запыхался, да, в окно залез. Так, можно вылезти из окна? Или что это?
Это вылезти из окна. Я думал, он его просто закроет. Супердар. Супердар? Что? Что за супердар? Херня какая-то. Так, здесь не... Вот, есть что-то, погоди. Ужасы. Sunrise. Ужасы. А я люблю ужасы. Читать так вообще классно. Показать текст. А к рассвету они умрут, библиотечный журнал. Понятно, ну какие-то... Жилет, серый, однокер, так. Название с авторами, хорошо, нам это ничего не дает пока что. Давайте еще походим. Сейчас туда дальше зайдем, погоди, я хочу... Так, а здесь некуда больше, да? А, нет, подожди, вот. Ага, все, больше некуда. Ладно, пошли. Он как-то так смотрит постоянно, так прям вот, прям как будто высматривает кого-то. Так, смотрим, что у нас... А куда нам надо вообще? Погоди. Ну пошли вот... А, лестница завалена почему-то. Зачем лестница завалена, объясните? Это что за дверь? Она не юзается, она не подсвечивается. Хорошо, давай вот сюда зайдем. Но здесь вроде тоже ничего не подсвечивается. Лежат эти щипцы какие-то. Это что такое валяется? Мусор какой-то. Друзья, давайте, наверное, на этом остановимся. Попали мы вовнутрь. Так шею сломаешь, смотри, дружище. Смотри. Так, естественно, на шею повернула, жесть. Давайте на этом остановимся. Попали мы, короче, в здание. Сейчас будем по нему здесь, я думаю, долго ходить. Друзья, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, делайте репосты, ставьте все уведомления, колокольчики. Сердечки там всякие и прочее-прочее. Подписывайтесь, конечно же, на канал, мне будет очень приятно. Если у вас будет минутка времени, заходите в ВКонтакте, в группу Бородаплей. Ссылочка будет в описании под видео. Там я также выкладываю новые видео прохождения всяческих игр. Их можно смотреть и ВКонтакте. И также у меня появилась новая страница на сервисе Бусти. У меня там совершенно на Бусти все бесплатно, никаких подписок нету, в отличие от других стримеров. Можно все заходить и бесплатно смотреть. Жду в гости. Ссылочка также будет в описании под видео. А на сегодня всем счастливо. Пока-пока. У него беда с шеей. Я не могу остановиться. Я просто сижу, смотрю. У него беда с шеей.